Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы отправляемся в Paint the Town Red, у нас новые уровни появились, ребята, сегодня будет новый интересный уровень, ребят, если нравится Paint the Town Red, то прямо сейчас ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал и, соответственно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос, ребят, погнали! Чем больше лайков, тем будут в следующий раз интереснее уровни, ребята, я для вас стараюсь, набираем новые карты прикольные, и, соответственно, я нашел очень интересный уровень, ребята, здесь появились зомбари. Прошлая серия, я увидел, что вам она понравилась, ребята, я нашел еще одну карту с зомбарями. Что у нас здесь будет? Здесь огромное количество вот таких вот ребятишек, вы видите, да, они даже улыбаются, они улыбаются в кадр. Правда, у него 6 зубов, но, блин, он все равно старается, видите, да? Ребят, каких только зомбарей я тут не увидел. Тут есть одноглазые, есть с фингалами, есть с красными глазами. Походу, вот этот вот чувак, он точно геймер. Он днями и ночами сидит за компом. Вы посмотрите на его глаза. Они просто кроваво-красные. Ему нужно прямо вот, я не знаю, ребят. Он слишком много смотрит YouTube, наверное, а? Ребята, скорее всего, да. Какие у нас еще есть? О, даже модные есть зомби, видите, да? Спортсмены с гантелей, с очками. Вот такие вот замечательные товарищи. А есть вот с такими глазами, которые посажены немножко вглубь. И, соответственно, я не знаю, внизу у него это борода или слишком широкая улыбка. Замечательная голливудская улыбочка. Зомби разных есть размеров. Соответственно, есть у нас двухметровые, есть маленькие. Вот такие вот с куском мяса. Кто-то пришел биться, я так понимаю. Тут у нас со сковородой. Оба, даже посмотрите. Даже кто-то у нас стоит на стуле. Это какой-то у нас даже, я не знаю, цирковые зомби, что ли, получается. Цирковые ребятки. Я смотрю, много... Опа, опа, дробашек лежит. Много модных зомбарей. Даже зомби-повара есть, офигеть. Ребят, каких только я тут... Смотрите, какие тут... Вот этот у нас крепкий парень. Крепкий малый. Так, ну что же, я, наверное, пора начинать, ребята, пора начинать. У нас зомбарей всех вроде бы рассмотрели. Давайте посмотрим на команду. Это моя команда. А это значит, у нас полицейские, которые должны сейчас, видите, да, они суровые, они уже настроены. То есть... Полицейский, что у тебя делает на голове вот это вот? Видите, они не совсем, конечно, одеты так, как положено, но, в принципе, на этом острове выживет только, ребята, один. И что ж, погнали! Давайте, наверное, начнем и с кого бы начать? Вот, наверное, вот с этого товарища понеслась, понеслась. Вообще, заруба пошла, вообще, лютейшая. Бам, вот так вот. Вот так вот, да. Слушайте, а если я пока, пожалуй, наверное, просто... Я вообще-то выкинул дробаш, но он как-то у меня исчез из рук, ребята, исчез просто из рук. Я не знаю, может быть, залагало. Там что-то вообще какое-то мясо, по-моему, от полиции ничего не осталось. Зомбари их просто съели, или они превратились в этих зомбарей, наверное, скорее всего, ребят. Смотрите, какие они крепкие. Так, двухметровый дядя встал, у нас полицейский начинает отмахиваться. Двухметровых... зомби, блин, вот это они серьезные, слушайте, ребятки-то, а? Так, по-моему, сейчас полиции нужно нашей помогать, ребята, нашим ребяткам нужно помогать, иначе вообще зомби, посмотрите, я как-то пытаюсь как-то их затащить, но, блин, они крепкие ребятки. Валятся с трудом, я вам скажу. Валятся довольно сложно. Так, по-моему, вся полиция уже... Нет, еще кто-то остался у нас, по-моему. Еще кто-то остался. Вот это у нас Бонни. Ух ты, мечик здесь есть. Шикарно, шикарно. Ну-ка, давайте кинем он кого-нибудь вот так вот, да. Вот так вот хорошо. Слушайте, зомби. Зомби, конечно же, меня радует, что они у нас... Видите, какие они? В принципе, я не знаю. Они даже не страшные. Они, по-моему, прикольные, ребят. Прикольные. Лайк за зомби, друзья. Лайкосик за зомби. Зомби у нас стараются, посмотрите. Реально, даже с одним глазом бьются. Вот это да. Вот это да. Так, почему у меня полицейские... Я не вижу значок над ними... что они, в принципе, должны как бы вместе с ними сражаться мы должны, да, поэтому должен значочек дружбы быть, типа того. Так, а где-то здесь был пистолет, тут, возможно, что-то улетело, понимаете, с этого острова вполне возможно, что что-то просто улетело вниз, и оружие вполне тоже может улететь. Так, мне бы найти что-нибудь интересное. Я, в принципе, мог бы... О, стулом кого-то слили. Я, в принципе, мог бы из дробаша всех убить, но я же ищу разные варианты, я же как бы стараюсь сделать
разный трэш, поэтому я бы мог, конечно, все побыстренько с ними как бы их уничтожить, но зомбарей нужно гасить, понимаете, сами понимаете. То гитарой, то стулом, ничего себе, я подпрыгнул, тут меня подбросил. Вот это мясо здесь, вот это просто реально мясо. Так, наших нужно спасать. Там еще кто-то жив, по-моему, в центре. Посмотрите, полицейский, я даже не знаю, как он еще выжил после такого месилова. Он еще, кстати, у нас полицейский живет один. Оба, братуха, извини. О, есть пистолет, нормально. Так, сколько у нас патронов? Сколько патрончиков у нас здесь? Ну-ка, вот так вот. Так, хорошо, хорошо. Я чуть не вижу здесь количество патронов. Может быть, оно бесконечное здесь? Смотрите, какие они... Посмотрите, какие они лютые. Вы видите, сколько патронов прилетело в голову? Это вообще офигеть. Просто офигеть. Есть некоторые зомби, они очень мощные. Очень. Так. Вот этот, например, вот посмотрите на него. Так, давайте мы сделаем смайт, ребят. Давайте сделаем смайт и попробуем сейчас, наверное, добить оставшихся. У нас получается один или два там полицейских осталось. У нас давайте вот этих снесем зомби, поможем. Поможем ребяткам, поможем выжить. Но у меня такое чувство, что мне придется здесь все-таки в одного затаскивать, потому что Pain the Tundra, как принято по старой доброй традиции, приходится... Выживает только один, ребята, выживает только один, как в фильме про бессмертных. Я часто об этом говорю, блин, потому что это реально... Посмотрите, ой, я чуть меня с острова не скинули, я на что-то наступил, я подлетел как-то вообще, что это такое у нас? Так... у меня такое ощущение, что полицейские тоже обратились в зомби, потому что, посмотрите, они, походу, будут на меня нападать. Вы представляете, здесь в Pain the Tundra теперь могут зомби обращать обычных людей тоже в зомби. Вот это да, ребята, вот это прогресс, офигеть. Это прикольно. Опа, спокуха, спокуха. Сейчас мы их снесем. Осталось 6 человек, ребят, 6 человек на этом острове. И я вижу, что полицейские уже тоже за мной гоняются. Видимо, они уже не понимают ничего. Они просто уже тоже как бы агрятся на всех подряд. И 4 человека осталось, между прочим, 4 человека, 4 живых существа. Это нельзя назвать уже человеком, людьми этих существ, потому что, посмотрите. Так, вот этот вот товарищ, он что у нас, с яблоком, что ли, каким-то? Что у него зеленое в руках? Я не знаю, что это такое у него. Что это может быть такое зеленое? Вот этот зомби, который любит играть в компьютерные игры, я вижу, что у него глаз, у него один еще красный остался. Он что-то посматривает на меня. И есть, одного слили. Давайте возьмем берсерка, давайте возьмем берсерка. И попробуем. Бам! Вот так, вот такое ударище. Бам! Еще. Ох ты, гад, он по мне попадает с ноги, ну. С ноги. Есть. Так, слили. Теперь второго, да. И полицейский у нас. Бам, попали. Готово, ничего себе. Вот это да, вот это да. Так, полицейский у нас один остался, он уже ничего не понимает. Посмотрите на его лицо, он все уже тоже стал зомби, ребята. Он тоже стал зомби, да, с ноги ему, бам. Что это за зеленое? Что это, ребят, зеленое? Как вы думаете? Напишите мне в комментариях, друзья, что это может быть такое зеленое? Я не понимаю, это какой-то фрукт? Это может быть киви? Ребят, может быть это киви здесь, а? Я даже не знаю. О, убиваю стулом его. Просто, ребята, изи. Да, затаскиваем. Тут еще где-то дробаш наверняка был, но... У меня были шансы, ребята, выжить, у меня были шансы, и мы идем, в принципе, дальше. Как здесь отсюда выбраться, как... где здесь выход есть вообще? Нужно, наверное, спрыгнуть. А, вон выход, вот, вижу. Оба, да, прыгнули, все, отлично. 51 человек, ребят, был на карте, это прямо довольно много было народу. Ну, а мы идем дальше, нормально, нормально, нормально. Зомби прямо у нас, ребята, вообще просто мега-тащеры. Давайте поставим лайкосик этой карте, я сейчас ее найду. Называется она Danger Ahead. Ставим лайк и отправляемся дальше. Денис Дранг Салун называется. То есть, салунчик будет, ребята. Мы идем в салун. После такой замечательной победы нужно это дело отпраздновать, друзья. Нужно это дело отпраздновать, поэтому мы идем вот в такой замечательный барчик. Я вижу, тут у нас очень много байкеров различных.
суровых ребятишек, да, которые здесь конкретно же бухают. Бармен нам что-то ничего не наливает, или это наша, в принципе, кружка. А, у нас, нам уже, наверное, налил. Так пойдем посмотрим, что за барчик. Довольно здесь приятная музычка, очень хорошо. Я вижу какие-то двери. Чувак с бейсбольной битой закрывает какие-то двери. Зачем он это делает? Наверное, там что-то хранится очень ценное, наверняка. Тут у нас кто-то просто стоит и, в принципе, отдыхает тоже, да. Здесь у нас, ребятки, что у нас здесь происходит? Здесь у нас тут на кровати отдыхает. Тут у нас какая-то комнатка с кусок мяса и, бутылка или стакан пива, ребята. В принципе, хлещет, все нормально. Такой небольшой уровень, но довольно уютный. Я думаю, что здесь будет сложно выжить, ребята, потому что... в таких вот уровнях, в маленьких... А, еще одна комнатка даже есть. Опа. Воу, к поварам я зашел, боже мой. Блин, зря я зашел к поварам, ребята. Потому что началось месиво сразу же. Так, началось месилово конкретное. Вот так с ноги. Эй, чувак, нифига себе. Вот я о чем говорю, ребят, вот я о чем и говорил. Потому что в маленькой комнатке вообще биться очень трудно, очень трудно. Ух ты, еще меня резанули, нифига себе, вот это барчик, вот это салунчик. Так, хорошо, хватаем нож, потому что с кружкой пива особо мы не... Ну, затащить крайне трудно. Нужно как можно больше слить народу. Я вижу, что-то повара на меня побежали, боже мой. Повара побежали, так, это плохо. Пиво полилось рекой, посмотрите, там разбили что-то. Оно потекло. А, да, а, барчик превратился у нас, ну-ка. Есть, с ножа грохнул, так, кусок мяса есть, у меня еще кусочек мяса, ой-ой-ой. Так, уходим, давайте сюда. А у нас есть гантели, давайте гантели сливать народ, потому что, блин, чем меньше народу, тем, как говорится, больше кислорода, потому что, блин, иначе мы не выживем просто, иначе мы просто не затащим. Ой-ой-ой, кто-то мне еще полосанул, ребят, вообще сложно, ой-ой-ой, офигеть. Погоди. Так, бам. Хорошо, так, уходим. У меня жизни вообще не осталось, ребята, не осталось. Нужно идти на второй этаж. На втором этаже у нас кто тут вообще находится? Чувак какой-то спал. А, на второй этаж, в принципе, никто не идет или кто-то идет? А вон какой-то... А, вон тот вот с бейсбольной битой. Вот этот гад вот, он реально прям... Его надо гасить, его нужно гасить, потому что он очень мощный товарищ. А, так... Ах ты, зараза, блин, еще по мне попал, да? Да что ж ты будешь делать, а? Сковородка в него кидаю. Так, что-нибудь еще есть у вас? Какой-то, может быть, мечик бы нам найти, было бы неплохо. Гантелька, ну-ка, давай-ка, вот так вот. Вот, хорошо попали, нормально. Так, прыгаем, дайте мне... блин, ничего нету, ребят, никакого оружия, вообще ничего нету. Как здесь затаскивать-то, а? Нужно, давайте просто сольем еще нескольких человек. Вот так. Монтировочку мне принесли, нормас. Нормас, это хорошо. Есть еще, слили одного чувака. Еще одного, хорошо. Уже меньше народу. Блин, у меня жизни вообще просто нет, ребят, просто ее нет. Мне один удар, и все, я слился просто сразу же. Напропускали мы в самом начале много. Ну и понимаете, в барчике-то, ребятки-то, тоже серьезные. Ай-яй-яй, уходим. Прям зажимают со всех сторон, офигенно. Офигенно, конечно, адреналин прет просто, адреналинище прет. Я перескакиваю через стоечку, пытаясь, видите, как бы их выманить. Так, вон кого-то тоже слили, берем стулья. Стулья, в принципе, о, еще одного слили, хорошо, еще одного, прекрасно вообще. Поперло, так. Вот эти чуваки с бейсбольными битами, блин, они реально крепкие, офигеть. Есть, сливаем, нормально. Вот это хорошо, вот так вот, вот это вот дело пошло, еще минус, нам бы еще бы, человек бы, наверное, 10 бы минусовать, это, скажем так, уже будет немного полегче как-то, да, еще минусы идут, берем кружки, в баре, конечно же, что можно использовать в драке, так это кружки, ребята, вот такие вот кружки разлетаются. Так. Тарелки, конечно, что же можно брать? Однозначно. Так, тарелочки. Можно кидать их вот так вот. Тарелки. Мясо, кусок мяса тоже, конечно же, можно использовать. Ох ты, сори. Битвы-то какие у нас? Ну-ка, стоять. Я шоквейв нажал, офигеть. Так, погоди, они как-то должны разлететься были. Но этот гад, который вот этот самый гад, который, понимаете, с бейсбольной битой, он меня просто слил, офигеть. Ребят, довольно сложный уровень. Может быть, мы должны сейчас что-нибудь посмотреть и
Погляди, может, какие-нибудь, я не знаю, что я проглядел. Может быть, какой-то здесь... Во, вот, вот здесь вот, посмотрите, видите, там у нас кей лежит. Может быть, где-то еще оружие какое-нибудь есть нормальное, а? Потому что здесь особо-то не разгуляться, понимаете, нечем, нечем драться. Вот тут у нас мечик, ну-ка. Опа, меч, меч, меч. О, дробаш! Да ладно, один патрон, ну это конечно круто, это конечно же круто, ладно. Ну окей, ладно, давайте начинать с одного патрона, кого можно слить. Я думаю, вот так вот, наверное, мы сделаем. Вот так вот сразу же, пошла жара. Минус 3 сразу делаем, ребят, просто минус 3 с этой вот с бейсбольной битой опять идет к нам, да? Опять идет к нам с бейсбольной битой. Даже дробаш от него, вы представляете, ломается, вот, вот чуваки, капец. Жесткие, лютые. Ах ты гад, нифига себе. Бейсбольная бита, зараза, попадает по мне. Надо сливать их всех. Просто однозначно так. Он прямо за мной конкретно охотится. Так, попал, попал, попал. Уходим, уходим. Окей, окей, окей. Все, 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 сваливаем. Так, 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 аккуратненько. Давай, наверное, с этих, может быть, начнем как-то. Блин. Очень сложно, ребят, очень сложно. Так, ножи берем. Берем ножи. Давайте. Давайте будем мочить. Смотри, вот сколько ножей. Вот, вот, вот 4 раза по нему попал. Офигеть. Ему хоть бы что вообще. Просто хоть бы что. Так, слили. Бейсбольные биты. Вход идут бейсбольные биты. Валим. Стулья. Затащим, нет, ребят. Затащим или нет, а? Черт возьми, вот это барчик, вот это барчик. Я не думал, что здесь будет так сложно. Вот не везде бывает, прям такое, такое вот, такое вот просто. Эх, ты видели, вот в маленьких уровнях, small именно такие level, да, а, там реально трудно затаскивать, потому что некуда убежать, просто некуда. Приходится вот смотреть по сторонам аккуратненько и, соответственно, мочить, мочить этих ребят. Так, наконец-то пиво полилось рекой. А, можно взять кий. Есть, слили вот этого, кстати, серьезного дядьку. Так, еще кием. Работаем. Так, теперь мы немножечко там сделали заторчик. Они у нас там. Еще минус, прекрасно, идем. Вот это, да, тоже прям по хардкору, ребят, идем. По хардкору, у нас вот здоровья вообще нету. Просто его нету. Есть еще, хорошо. Стулья, 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 стулья. Опа! Вот так вот, хорошо, прекрасно. Давай, давай, держись, держись, родимый. Ну, бери эти сковородочки. Сковородочки пошли. Так, повара присматривают. Вот, нормально. От, хорошо, да, уходи, 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 уходи. Блин, за что-то там я запнулся, где-то что-то. Но я еще живой, ребят, пока еще живой. Это просто везение. Вау. Есть еще минус, прекрасно. Вот это прет. Так. Так, уходим, уходим. Что тут есть еще? Там где-то еще кий был. Вот я люблю кий, потому что... Эй, 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 там что-то прям вот... Я наступаю, меня как-то подкидывает. Видимо, там очень много всякого хлама уже набросано, да? Так, вон кий, кий, кий. Бери, 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 бери. Видите, издалека. Кием можно издалека работать. Блин, ну повару этому вообще пофигу вообще. Абсолютно пофиг. Розочка, да, 8 человек осталось, ребята. 8 человек осталось, все. Так, гантели, гантели, гантели берем. Гантели берем. А, 9, 9 человек осталось еще. Подожди, подожди, еще. Так, прямо напряжение, серьезно. Ох, выживем мы или нет, ребята? Вот это хардкорище, а? Вот это хардкорище у нас прет просто. Так, 7 человек осталось. Прекрасно. 7 человек осталось. Много раненых я вижу, так. У нас есть... Вот почему-то меч я не могу вытащить из ножен. А, он, наверное... А, не настоящий, скорее всего. А, этот мечик. Так, уходим, уходим. Здесь у нас что? 6, 6, 6, 6, 6! Блин, здесь можно просто вот, вот самое обидное это будет, когда ты застрянешь за какими-нибудь табуретками, там, например, 5. Нормально, кружку убиваем. А, так, что-нибудь есть под ногами? Может быть, на второй этаж подняться? На втором этаже что-то, что-то должно же быть. Тут у нас еще товарищ. Ух ты, с бейсбольной битой, вау. Вот это прикол, вот это прикол. Что он тут делает? Подожди. С бейсбольной битой чувак. А, главное, чтобы вот так, может быть, его с кровати как-то сбить надо бы, а? Со спины еще не подошли, и он еще не спустился сюда. Так, ну у нас стулья есть, мы об него ломаем. Крепкий, крепкий мало, ребят. Есть! Слили, забираем бейсбольную биту. Жизни очень мало.
Жизни крайне мало. Так, есть. Сносим. 4 человека, ребят, 4 человека. Затащим нет. Давай. Берсерка мне дали. О, ес. Так, окей. Да, вот так вот. Хорошо. И у нас тут еще один остается. Где? Где он? Я его не вижу. Это не он же? Так, этого добили, наверное, да? Я не вижу, где еще один? Друзья, я не вижу еще одного. Так, вот он поднялся. И да, ребята! Мы затащили! Вот это да! Это круто! Возможно, где-нибудь здесь лежал пистолет, скорее всего, ребята. Где-нибудь еще. Друзья, пишите мне в комментариях, может быть, какие-то были секреты здесь, в данном уровне. Мне очень уровень понравился, сложный. Рекомендую вам, ребята, пройти его. Если вы еще его не скачали, то скачайте обязательно. Попробуйте свои силы. Соответственно, друзья, с вами был Родригес. Я вам желаю всего самого хорошего, успехов, удачи. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, обязательно нажмите на колокольчик. Рядом с кнопкой подписаться есть маленький колокольчик, его нужно обязательно, ребята, нажать, чтобы вам приходили уведомления о новых видео по Paint the Town Red. Всем успеха, удачи! Если наберем много лайков, я для вас сделаю очень прикольный уровень. У меня уже есть на примете, ребят, по Paint the Town Red есть очень прикольный уровень. Набираем лайкосики под этой серией и увидимся в следующем уровне. Всем счастливо и пока-пока!